Москва, 2 июня, РИА Новости. Чуть менее 400 тысяч звонков и почти 165 тысяч СМС-сообщений поступило к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, сообщили организаторы мероприятия. По данным на 9.00 субботы, уже поступило 394 964 звонков, 164 229 СМС-сообщений, а также 14 680 ММС-сообщений. Кроме того, в формате видео было прислано 5,4 тысячи сообщений. В текстовом виде через приложение уже задано около 14 765 тысяч вопросов, через социальные сети – 15 659 вопросов, на специальном сайте – 61 100, отметили организаторы. Наименее популярен формат отправки вопросов с помощью видео через социальные сети – 506. Ежегодная специальная программа «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.